Всем привет, уважаемые подписчики нашего канала. И в данный момент мы запускаем трансляцию на наш канал. Отдельно хотелось поговорить. Так, у нас будет проводиться трансляция War of Tanks. Ждем картинку. Есть картинка. И отдельно хотелось поговорить о том, что выражаем благодарность работе YouTube за то, что они так отреагировали и быстро восстановили наш канал. При восстановлении канала мы удалили здесь два ролика, которые были загружены не нами. Ну, как говорится, все было хорошо. Всем спасибо за то, что у нас есть такие люди отзывчивые, и мы продолжаем трансляцию нашей видеоигры. Так, что у нас здесь есть? Получены кредиты. Так, точно. Так, и у нас три задачи, которые нужно выполнить. Уничтожить одну единицу техники за бой, совершить 5 критических попаданий в бою и нанести урон 7 единицам техники за бой. Так, ну, данные, я бы сказал, задачи можно выполнить, как бы попробовать за один бой. Так, вот берем вот эту арту, нанести урон 7 единиц техники за бой и поехали. Так, в данный момент у нас, что у нас сейчас? 9 апреля 2022 года. Как я сказал, нам восстановили канал, доступ к каналу. И мы продолжаем транслировать. Спасибо работникам YouTube. Так, что у нас здесь есть? Тяжелый танк 71 в очереди. Вот, все вроде закидывает нас в игру, и здесь мы начнем сейчас работать, будем стрелять из арты. Так, что нам тут нужно, где же нам спрятаться? Ну, спрятаться мы будем здесь, спрятаться как всегда. Там уже посмотрим, будем бегать после каждого выстрела. Посмотрите, какие рисунки он сделал на своей арте. Типа быстрый как олень, хотя арта очень медленная у него. Так, ну что, поехали. Всем подписчикам сводимся. 7 единиц нужно техники, да? Кошмарить. Огонь. Есть, раз. Две техники есть, еще нам надо 5 техник. Так, где мы начнем 5 делать? Так, вот здесь можно попробовать.
через. Блин, это непонятно. То ли есть, то ли нет. Так. Опа. Это цепануть. 277 убегает. Что, где мы найдем-то танки? Танки. Так. Кто поедет светить? Нам без света-то никак. Вот, кран. Стой. Так. Кран, ну-ка, давай. Жаль. Так, здесь он будем садиться. Три. Гриль. Ну. Давай, подъезжай. Так. О. Так. Быстро прорашили. Давай, подожди. Еще 20 секунд. Нет, мы, нам задачу уже надо выполнить. Так вот и бывает, что с первого раза не получается. Ой, спасибо. Чихнул. Всем спасибо за то, что... Будь здоров, сказали. Так, ладно. Две задачи у нас выполнила. Так, нам нужно... Семерых надо добить. У нас четверо было, да? Еще раз придется в бой идти на арте. По-другому никак. 7 танков надо откошмарить, ранить, зацепить, как говорится. Ну вот. Трансляция у нас идет полным ходом. 10 минут. Отлично. Так, в бой нас пока не закидывает. 32 секунды уже прошло. Так, и вот мы в бою.
Карта отличная, как раз для семерых нам попадание. 7 попаданий по разным танкам. Только тогда мы сможем выполнить задачу. По-другому никак. Так, кажется, мы начинаем заболевать. Ничего. Война войной, обед по расписанию, как говорится. Долго. Так, кого мы не трогали? Вот эти
Разворачиваемся. Такие вот дела у нас. Пошел сидеть. И теперь мы не знаем, что у нас. Даже 6. Засчитали нам 7. Непонятно, да? Хороший результат. У них 2, 2, 2, 2, 2. Каждому по 2. И вот тебе результат боя. Так, что у нас есть? Засчитали нам 7. Мы все-таки выполнили эту задачу. Так, и теперь у нас остается что? Занять первое место по урону своей команды. Ну, это я, конечно, понимаю все, но нам нужно, походу, это сделать на маленькой технике. Так, это вот... Вот такая вот техника. И, скорее всего, чтобы сделать урон. Так, ведем трансляцию. Уже 18 минут. Три задачи мы выполнили. Что можем сказать? Ставьте лайк под видео. Нам будет очень приятно. От нас к вам благодарность за лайк. Так, ну что, попробуем сыграть бой. И так как у нас не совсем нам хорошо, мы это сделаем последний этот бой, трансляция закончится потом. Так, ну что, 42 секунды, вот, закинуло нас в бой. Отлично, есть шестерки, есть пятерки, но мы сами как пятерка. Поэтому нам тяжелее будет в этом бою против шестерочек. Да, где же нам встать-то? Встать так, чтобы накидывать и властвовать, да? Здесь в городе попробовать. От угла или наверху слева. Тяжики пойдут. Ну, а попробуем тяжику помочь. Так, погнали. Thank you.
Близко можем засветиться, да? По идее. Кошмарьте ее. Я не вижу, куда пробить. Так. Кто там подсветит-то, а? Светуны-то есть? Блин. Жопа у нас спрятана. Так, база танк. И ВК. Ну и где ж ты засел-то, а? Стрелялся, а то мы так помрем просто так, походу. Если КВ-2. Где ты, КВ-2? КВ-2 еще. Бремовский, походу. R. Кто знает, в комментариях пишите, прем это или нет. Так.
Засел он там, конечно, КВ-2. Сидит, ждет там. На фугасе сидит. Так, у него 20 секунд. Он все-таки не стал ждать. Да. Сразу побежал. Ты че, мы один, два раза, да, вроде его пробили. Это же один раз 140. Ну что, надо зажимать его по кругу. Давай, ЛТшечка. Вот. Блин, ты сейчас вылезешь, он тебя... А, они решили базу взять. Ну, могли бы и добить его, он на КД, считай, 20 секунд уходит. По-другому никак не получается. А то он сейчас вас кошмарить будет по очереди. А вы даже и выхлопа не сделаете. Так, вот он. Смотрите, выезжает. Да. Есть результат, да? А вы-то что? Что сможете сделать? Так, повыше поднять. Еще надо выстрел. Выстрел надо. Есть. Это победа. Ну и что у нас по результатам боя видно? Победа есть. КВ-2 уничтожен. Ну, конечно, они глупо это сделали. Могли бы его и задолбить толпой. Так как он на КД долго уходит. Что у нас? Нету результата. Отлично, ладно. Всем подписчикам спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на